Так, все в порядке. Квартет участников 9-го заезда в сборе. Все, внимание на старт. Последние мгновения. Поехали! Возглавил гонку, друзья, вторым мчится Сергей Макаров. Рядом там. Никита Толокно. Ну, Дмитрий Буланкин пока не ладится гонка в этом заезде. Вот сейчас спортсмены направляются на последний круг заезда. И Дмитрий Буланкин пытается перенести на вторую позицию. Но есть вопросы. А мы между тем, друзья, принимаем финиш!